Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. И сейчас мы играем схватка против боссов. Возьмем, я буду за Феникса играть. Поиграю. Посмотрим. Не знаю, смогу ли я хорошо выиграть на Фениксе. А, нет, нормально, нормально жарим. Так, первый танк уничтожили. Ох ты, ё-моё. Чувак едет. Ну, видишь, в песочном режиме, в песках сложновато, может быть, немножко чем-то что-то. Ну, посмотрим, посмотрим. Да, ё-моё, хватит меня щелкать. Всё. Мне опасность возникает при вертолетах будет. Поэтому быстренько едем до холмика. Так, этого сейчас отжарить нужно быстренько. Всё, Феникс молодец, тащит. Бомбардир, кнут, ага. На тебе. Есть, уничтожили. Так, все, вертолеты пошли, елки-палки. Ну ладно, сейчас попробуем. На. Ух ты. Хорошо, я его отжарил. Все, нифига, Феникс как рулит. Так, следующий мне. Вот этот танк, вот этот вертолет нужно уничтожить. Давай, 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 давай. Жарься. Жарься, 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 чувачок. Все, отжарили мне его. Он даже, кстати, лазером может уничтожать пульки. Огнем. Так, все, вот здесь стоим, ждем. Ждем лазерную пасть. Пусть подъедет поближе. Все, пошла. Огонь доходит до него. Все, обжаривает. Готов. Готов, друг. Отдыхай. Так, и вот у нас летит повелитель. Надо повелителя теперь отжарить, отжарить. Хорошо, что он этот подъезжает поближе. Так, а далеко у него... Ох ты! Далеко лазер у него. Я бы сказал, бы очень далеко. Дальний прицел. Офигеть! На всю карту, ему пофигу. Нифига, зачем у него такого злого сделали? Надо захилиться. Даже не представлю, зачем у него сделали таким злым? О, тихо-тихо, не стреляй! Ах ты гад! Еще три раза меня запулил, а? Так, едет. Бомбардир. Угу. Давай, подъезжай. На. Все, жарится. Тоже меня, смотри, попадает, а? Есть. 7000 монет у нас уже. 2000 монет, и мы откроем Марс. Так, Легион, давай. Так, а иди ты нафиг. Во, видишь, стал подлетать. Дурачишка. Сейчас я тебя тут-то и поджарю. Все. Следующий у нас булочник. Будет нам пирожки бросать. О, пирожки бросает. Жалко, я ему не впарю. Огнем пылаю. А только в колеса. Ух ты, куда ты подлетел-то, а? Вонючка. А ну давай назад. Давай назад, во. Выжарю тебя сейчас. Давай быстрей. Да ты чё? Давай нормально подлетай. О, сейчас он еще подлетит, я его сейчас поджарю. Осталось чуть-чуть. Есть. Все, следующий вертолетик. Бомбардир. Давай. Ой, молодец, молодец. Ой, молодец, молодец. Молодец, молодец. Давай, 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 давай. Ой, такой хороший. Все. Уничтожили. Да.
Лазерная пасть. Кстати, с этим инопланетянином тяжелее стало боссов уничтожать. Как бы я тут только-только приловчился их жарить. И тут появился новый босс. О, ты меня не попади, а? Все, наконец-то. Вот этот такой вот вообще повелитель. Грозный чувак вообще. Жарит. Жарит меня, жарит своим лазерным оружием. Прям очень-таки мощно. Мне ни один танк здесь такой урон не наносит, как вот этот новый повелитель. Представляешь? Я не знаю, что делать. Так, ну у нас уже 7800. Так, этот мы сейчас будем обжаривать чувака. Так, ну здесь мы нормально стоим. Главное, чтобы он мне не попал. О, видишь? Он как бы стоит, стреляет, думает, хорошо, я такой стреляю в него, а он-то не понимает, что он мне выше макушки стреляет. Мне ничего от этого не делается. Это хорошо, с одной стороны. Так, мне нужно сейчас его здесь подождать немножко. Все, вот он едет. На! Давай уже, сгори быстрее. Сгорай, сгорай! Видишь, какую-то часть, когда мы стреляем, он не так чувствует урон. Да, чувствую, что меня сейчас щелкнет этот дядечка. А ну-ка, отъезжаем. А теперь подъезжаем. Во! Давай, мы его должны отщелкать, пожалуйста. Иначе я сдохну скоро. Один удар и все. Меня не будет. Есть. Вот, уже 8300 монет. Ну хорошо, сейчас можем заработать деньги. Так, вот этого я сейчас отжарю, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Нет, 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 нет. Не взрывай возле меня. Не взрывай возле меня бомбочки. Готов. Вот. Но вертолет меня сейчас, конечно, щелкнет. Давай. Да елки-палки. Быстренько возрождаемся. Так, ну все, рекламку я посмотрел. Получается, возродились мы, восстановились. Видишь, мне получается надо немножечко, совсем чуть-чуть. До 9000 накопить. Да, 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 да. Ну что ж ты так близко ко мне не подлетаешь-то, а, дружище? Вот этот вертолет, он нормальный. Подлетает близко. О-о-о-о, так вот тебе. Сейчас я поджарю. Еще. Блин, попадает меня. Давай еще. Жухи, 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 жухи. Есть. Вот, 9000 монет. Офигеть, ребята, все. Карту теперь я открою Марса. Так, лазерную пасть теперь мне. Ладно, еще немножко подкопим, пусть деньги будут у нас дополнительно. Так, давай, едь, 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 пошли. Давай, давай, давай. Все, начинаем жарить. Ой, хорошее место стали. Хорошо стоим, хорошо вот так вот. Ой, так и отлично, так и будем стоять. Нормально, попадаю я в него. Все уничтожили. А вот сейчас добавили босса, который, блин, сложный. Этот посложнее, слушай, чувак. Ну давай пробуем его. Да ё-моё, ты что творишь, а? Гадёныш. Ух ты! Он меня впервые в жизни отжарил. Именно вот этот повелитель. Да, 2700 монет мы заработали. Итого 9200 монет. Давайте поиграем тогда немножечко. Отвлечемся. Немножко отвлечемся, поиграем здесь вот. Ну, я рад, конечно, что я заработал деньги. Я сейчас новую карту открою, наконец-то-таки.
и там поиграем. Ребята, ну а тактика у меня такая, просто стой на месте и жди, когда подъедет танк. А потом просто его выжали. Вот, видишь как, просто мы его выжарили. Еще раз показываю тактику. Стоим на месте. Это касается любых танков противников. Например, смотри, есть какой-то М1, А1, САМ, G20. Вот, стоим просто так вот, да? Все, и начинаем жарить. Начинаем жарить просто-напросто. Все, он, смотри, убежал. Можно подлечиться, конечно. Все, и дальше продолжаем обжаривать. Все, обжарили его, заработали. Легко, очень легко. Ничего сложного в этом нет. В этой тактике. Вот смотри, с этим титаном такая же ситуация произойдет. Просто стоим на месте. Ждем, когда он подъедет. Вот он едет. Не знаю, что он думает. Он может думает, что это что за странный танк, да? Самое интересное, он даже не стрелял. Просто подъехал, до меня потерся немножко и уехал. Странный какой-то чувак.